С сегодняшнего дня начала работать электронная система оформления разрешения на пересечение линии разграничения. В службе безопасности Украины говорят, перечень документов не изменился, и теперь людям не придется выстаивать длинные очереди. Необходимые бумаги можно отправить по интернету или через почтовые отделения. Срок выдачи пропуска также остался прежним – 10 дней. О его готовности будут сообщать по телефону или письменно. Новую систему опробуют в течение 5 дней, выявят погрешности, которые устранят в течение месяца, пообещали в службе безопасности. Система выглядела сначала идеальной, и справді вона виконала свою функцію, але зараз вона вдосконалюється. І ми цього не приховуємо, тому ми не продовжуємо її дію. Ми виходимо на те, щоб вона працювала сьогодні ефективніше і краще для людей.